Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Продолжаем вязать драконов. Драконов много не бывает, тем более, когда совсем скоро, буквально через несколько месяцев, уже будет Новый год. Поэтому готовим подарки заранее. В этот раз мы предлагаем связать вот такого дракона. Это девочка, зовут ее София. Использую пряжу трех цветов: желтую, белую и розовую, а также красную. Для вязания игрушки вам понадобится примерно 1,5 мотка красной пряжи, остальных цветов где-то грамм по 20, глазки, крючок номер 2 и терпение. Присоединяемся к нашему мастер-классу. Желаю всем удачи! Начнем вязание с головы. Первый ряд. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Закрепляем нить. Один. Два. Три. Четыре. 5, 6. Колечко стягиваем и ставим маркер с контрастной нити. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. Должно получиться 12 столбиков без накида. Каждую петлю провязываем 2 столбика без накида, и нить, которая осталась после затягивания кольца, ввязываем. Так, первая прибавка, вторая прибавка, 4 прибавки вяжем самостоятельно. Третий ряд. Вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. Столбик, следующую петлю прибавка, снова столбик, прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю провязываем прибавку. Снова 1, 2. В следующую петлю прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. У вас должно получиться 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Продолжаем самостоятельно. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 36 столбиков без накида. Начнем. 1 столбик, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Один, два, три, 4, прибавка. Дальше вяжем самостоятельно. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 42 столбика по кругу. 1, два, три, четыре, пять. Следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Восьмой ряд. Вяжем 6 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 48 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю провязываем прибавку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Довязали до конца. У нас с вами 48 столбиков. С 9 по 16 ряд вяжем по 48 столбиков в каждом ряду. То есть 8 рядов провязываем без изменений, в каждую петлю по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 17 ряд вяжем 7 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 54 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 18 ряд вяжем 8 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 60 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 19 ряд вяжем 20 столбиков, затем 6 прибавок, 8 столбиков, 6 прибавок, 20 столбиков. У вас должно получиться 72 столбика по кругу. Провязываем первую двадцатку столбиков самостоятельно, в каждую петлю по одному столбику. 20 столбиков провязано, сейчас вяжем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. Теперь вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем до конца ряда 20 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. С 20 по 22 ряд вяжем 72 столбика без накида. 3 ряда провязываем самостоятельно, в каждую петлю 1 столбик без накида. 23 ряд вяжем 10 столбиков и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, затем идет убавка. 10. Вяжем дальше самостоятельно. 24 ряд вяжем 66 столбиков, каждую петлю провязываем по одному столбику, выполняем самостоятельно. 25 ряд вяжем 9 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться 60 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 26 ряд вяжем 60 столбиков без накида, каждую петлю провязываем 1 столбик без накида, выполняем самостоятельно. 27 ряд вяжем 8 столбиков и убавку 6 раз, по кругу должно получиться 54 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. Продолжаем самостоятельно. 28 и 29 ряд вяжем 54 столбика без накида в каждом, вяжем самостоятельно. 30 ряд вяжем 7 столбиков и убавку 6 раз, должно получиться 48 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 31 ряд вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз, должно получиться 42 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Продолжаем самостоятельно. 32 ряд вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз, должно получиться 36 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Один, два, три, 4, 5, убавка. Продолжаем самостоятельно. 33 ряд вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. снова 4 столбика. И убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 34 ряд, вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. 1 столбик, 2, 3. Дальше у нас идет убавка. Снова 3 столбика, 3 убавка, 3. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 35 и 36 ряд вяжем по 24 столбика. Вяжем самостоятельно 2 ряда. Каждую петлю провязываем 1 столбик. Провязала я 36 ряд. Теперь делаем соединительный столбик в начало ряда, нить отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Я нашла у себя в запасах вот такие веселые глазки и поставила их на уровне 14 и 15 ряда. Точнее, между 14 и 15 рядом. Как сориентироваться? У нас был 19 ряд, в нем было 6 прибавок. Вы смотрите по этому ряду, где заканчиваются первые 6 прибавок, поднимаетесь на несколько рядов выше и ставите глаз. Дальше пропускаете столбики и доходите до начала прибавок. Также поднимаетесь на несколько рядов вверх и устанавливаете второй глаз. Так, после того как глазки установлены, нам нужно набить голову холлофайбером. Выполняем самостоятельно. После того как связали голову, намечаем место для мордочки. У меня общая высота мордочки составляет 6 рядов, и между вот этими двумя булавками ширина 20 столбиков. Делим пополам высоту, получается у нас мордочка будет 3 ряда с каждой стороны цепочки. Давайте начнем вязать. Берем розовую пряжу, набираем цепочку из 14 воздушных петель, закрепили нить. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. 1 столбик и еще 1 столбик. Затем провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и в последнюю петлю провязываем 5 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, 5. Дальше вяжем 11 столбиков по обратной стороне цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11, и в последнюю петлю провязываем прибавку, затем соединительный столбик. Первый ряд закончили, у нас с вами 31 столбик по кругу. Второй ряд делаем петлю подъема, затем провязываем 2 прибавки. Первая прибавка и вторая. Вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, затем 5 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Четвертая прибавка, пятая прибавка. Дальше вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 прибавки, 1 прибавка, 2 прибавка, соединительный столбик. Второй ряд закончен. Третий ряд делаем петлю подъема, сюда же провязываем прибавку, затем вяжем столбик, прибавку, столбик, прибавка, 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь 5 раз провязываем столбик и прибавку, столбик, прибавка, 1, столбик, прибавка, 2, столбик, прибавка, 3, столбик, прибавка, 4, столбик, прибавка, 5, 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, столбик, прибавка, столбик, и соединительный столбик. С 4 по 8 ряд вяжем по 49 столбиков в каждом, 5 рядов провязываем самостоятельно. Я провязала 5 рядов. Теперь нить отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Закрепляем воздушной петлей и вытягиваем нить. Вот что у нас получилось. После того, как пришьем почти до конца мордочку по периметру, оставим место, чтобы наполнить ее холлофайбером. Я зафиксировала пока что мордочку булавками, отцентровала ее. Теперь будем пришивать по кругу самостоятельно. Я пришила мордочку, вот что у меня получилось, наполнила ее достаточно плотно. Свяжем с вами прическу нашей дракоши. Я уже связала 2 ряда. Так, что делаем? Прикрепляемся к голове и набираем цепочку с 12 воздушных петель. Дальше делаем накид и в 4-ю петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Продолжаем вязать так до конца ряда. В каждую петлю 2 столбика с одним накидом. За счет прибавок у вас прядка начинает закручиваться. Довязали до конца ряда. Дальше снова присоединяемся к петлям головы. Так, может, не видно, вот продеваю крючок, достаю нить и провязываю столбик без накида. Если вязать соединительными столбиками, то будет немножко неудобно, я уже сама попробовала. Снова набираем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали 12 петель, делаем накид и снова начинаем вязать с 4-й петли столбик, 2 столбика с одним накидом. И вяжем так до конца ряда. Так, вот что у меня получается. В принципе, длины для челки мне хватает, потому что я здесь буду еще брови вышивать. А сзади можно прическу сделать чуть длиннее. Но максимум я буду захватывать 4 ряда. И сами смотрите по густоте. Возможно, кто-то захочет вязать через петлю, присоединять прядки, кто-то через ряд. В общем, это на ваше усмотрение. Я довязала прическу. Вот так она у меня выглядит. Теперь вышьем игрушки брови. Берем иголку с черной ниткой, с черной пряжей. И намечаем место для бровок. Так, вышиваем самостоятельно. Завожу иглу на 2 ряда выше, чем заканчивается глаз, и еще отступаю 1 столбик сюда, поднимаю иглу на 1 ряд выше, шириной бровь у меня 3 столбика, вытягиваю нить, затем снова завожу иголочку и симметрично делаю бровку. Также шириной 3 столбика спускаюсь на один ряд и вывожу иголку уже вместе входа. Вот здесь. Вот что у меня получилось. Здесь нитки связываю на узелок и прячу внутри головы. Я сделала такие вот небольшие бровки. Сделала 2 стежка, чтобы они были ярко выражены, а то их вообще почти не видно. Продолжаем вязание. Свяжем наши дракоши рот. Для этого делаем кольцо амигуруми. Закрепляем ниточку и провязываем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Так, теперь вяжем 6 прибавок, второй ряд. В каждую петлю провязываем 2 столбика без накида. Один, два, первая прибавка. Вторая. Продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд вяжем 12 прибавок. Первая прибавка. Вторая прибавка. Продолжаем самостоятельно. Складываем пополам полученный кружок и провязываем 2 половинки вместе столбиками без накида. У вас должно получиться 12 столбиков. Один, два, три. Продолжаем самостоятельно, в конце оставляем нить для пришивания. Вот такой полукруг у нас получился. Втягиваем нить. Приставляем рот к мордочке, вот здесь он будет стоять, и пришиваем его самостоятельно. Вот так это все будет выглядеть. Сейчас мы будем вязать с вами рог. Деталей должно быть 2. Я его полностью вяжу с белой пряжи. Когда пришиваю, я располагаю рог так, чтобы изогнутость смотрела назад. Давайте начнем. Первый ряд набираю цепочку из 2 воздушных петель. Закрепляем ниточку. 1, 2. Дальше во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5, 6. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 3 столбика и 3 полустолбика. Один столбик без накида. Второй. Третий. Теперь 3 полустолбика. первый полустолбик, второй и третий. Третий ряд вяжем 2 столбика, 1 столбик, 2. В следующую петлю провязываем прибавку из столбиков, затем вяжем 2 полустолбика и прибавку из полустолбиков, 1 полустолбик, 2, и в следующую петлю, в последнюю, провязываем прибавку из полустолбиков, 4-й ряд вяжем 3 столбика, затем прибавку из столбиков, 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку, затем провязываем 3 полустолбика, 1, 2, 3, и в последнюю петлю вяжем прибавку из полустолбиков, 5-й ряд вяжем 4 столбика и прибавку из столбиков, затем 4 полустолбика и прибавку из полустолбиков, 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Сейчас у нас пойдут полустолбики, 4 полустолбика, 1, 2, 3, 4, и в последнюю петлю провязываем прибавку. 6-й ряд вяжем 5 столбиков и прибавку из столбиков, затем 5 полустолбиков и прибавку из полустолбиков, 2, 3, 4, 5. Так, в следующую петлю вяжем прибавку из столбиков, дальше 5 полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и в последнюю петлю провязываем прибавку с полустолбиков. Вот что у нас получилось. С 7 по 9 ряд провязываем по 14 столбиков без накида. 3 ряда вяжем самостоятельно, в каждую петлю провязываем 1 столбик. Я провязала 9 ряд. Теперь соединяемся соединительным столбиком в первую петлю следующего ряда, закрепляем ниточку, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Рог наполняем холлофайбером. Теперь приставляем его к голове симметрично. Первого. Смотрим, чтобы изгиб смотрел назад. Вот. Фиксируем на булавку и пришиваем самостоятельно. Я пришила 2-й рог. Вот что у меня получилось. Приступаем к вязанию ушек. 1-й ряд делаем кольцо амигуруми, набираем в него 6 столбиков без накида, фиксируем нить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем и ставим маркер после последнего столбика. Таким образом отмечаем начало ряда. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. По кругу должно получиться 9 столбиков без накида. Вяжем сначала столбик, в следующую петлю прибавку, вяжем до конца ряда самостоятельно. Третий ряд вяжем 9 прибавок. Каждую петельку провязываем 2 столбика без накида. Первая прибавка, вторая прибавка. Продолжаем вязать прибавки до конца ряда самостоятельно. 4, 5 и 6 ряд вяжем по 18 столбиков в каждом. Вяжем самостоятельно. В одну петлю 1 столбик. 7 ряд вяжем 4 столбика и убавку 3 раза. Должно получиться 15 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4. Затем убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 8 ряд вяжем 3 столбика и убавку 3 раза. По кругу должно получиться 12 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик, 2, 3, затем убавку вяжем. Продолжаем самостоятельно. Провязали 8 ряд, складываем детальку пополам. И провязываем их вместе столбиками без накида. Так, у вас должно получиться 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Затем снова складываем детальку пополам и провязываем 3 столбика. Один, два и 3. Закрепляем нить. Отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Приставляем ушко к голове симметрично первому и пришиваем самостоятельно. Я пришила ушки. Продолжаем вязание. Свяжем с вами ноздри. Их должно быть 2. Одну я уже связала и пришила. Вторую свяжем вместе. Первый ряд делаем колечко амигуруми. Фиксируем нить. И вяжем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Стягиваем кольцо, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок, должно получиться 12 столбиков без накида. Ниточку, которая у нас осталась от стягивания кольца, ввязываем сразу же по кругу. Так, первая прибавка, затем вторая прибавка. Вяжем так до конца ряда самостоятельно еще 4 прибавки. Третий ряд провязываем 12 столбиков без накида. Каждую петлю провязываем 1 столбик, выполняем самостоятельно. Я провязала 12 столбиков. Дальше в первую петлю вяжем соединительный столбик, закрепляем, отрезаем нить, оставляем кончик для пришивания. Вот что у нас получилось. Складываем ноздрю дракона вот таким образом. Теперь приставляем к морде, к мордочке. Вот так, немножко по диагонали. И пришиваем. Вот что у меня получилось. Я пришила вторую ноздрю. Свяжем для мордочки рог. Так, делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Закрепляем нить. Один, два, три, 4, 5 и 6 столбик. Стягиваем колечко, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 2 столбика и прибавку 2 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Второй раз выполняем комбинацию самостоятельно. Третий ряд вяжем 3 столбика и прибавку 2 раза. Должно получиться по кругу 10 столбиков без накида. Один раз провязываем вместе, второй раз самостоятельно. 1 столбик, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Четвертый ряд вяжем 4 столбика и прибавку 2 раза. Должно получиться 12 столбиков без накида. Также один раз вяжем со мной, второй раз самостоятельно. Один столбик, второй, третий. 4. В следующий столбик провязываем прибавку. Пятый ряд вяжем 12 столбиков без накида. В каждую петлю провязываем столбик. Вяжем самостоятельно. Это был последний ряд рога. В первую петлю вяжем соединительный столбик, закрепляем нить и отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Набиваем рог холлофайбером. Приставляем его к мордочке, примерно чуть ниже ноздрей на один ряд. И пришиваем самостоятельно. Теперь сделаем на мордочке утяжку. Для этого заводим иглу в место, где присоединяли рот, и выводим ее на 2 ряда выше. Чем место соединения рта. Так, оставляем внизу небольшой кончик. Затем заводим следующую и выводим вместе входа иглы. Так, смотрим. Чуть-чуть стягиваем и смотрим в этом месте, как будет смотреться утяжка. Вот и стянула. В принципе, меня этот вариант устраивает. Завязываем узелок. Делаем утяжку с другой стороны. Также вводим иголку внизу, снизу. И симметрично ее выводим с другой стороны. Примерно здесь. Снова через столбик. Иглу заводим и выводим ее внизу. Стягиваем и проверяем, что получилось. Вот что у меня получилось. Тоже ниточку завязываем на узелок, потом их прячем все в голове. Лишнее отрезаем. Свяжем нашему дракошу вот такие вот усики. Для усиков снова берем белую нить, немного отматываем ее, оставляем этот кончик, затем делаем петлю. Закрепили ниточку, затем делаем накид от себя нитью, которую оставили для кончика, и закрепляем нитью от мотка. Вот так вот соединяем. Вот что у нас получилось. Дальше снова нитью от кончика делаем накид и крючком провязываем. И повторяем. У меня уже провязано 3 петли. Вам еще нужно набрать 37. Таким способом выполняем самостоятельно. Я провязала 40 столбиков. Дальше закрепляем нить, отрезаем ее, вытягиваем, прикрепляем усик к мордочке. Делаем узелок и прячем лишние ниточки в мордочке. Второй усик тоже закреплен. Вот что у нас получилось. Вяжем дальше. Свяжем нашему дракоше внешнее ухо. Вот так оно выглядит. Пришиваем его сразу же за ушком. Первый ряд набираем цепочку из 12 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Со второй петли от крючка начинаем вязание, вяжем по цепочке в обратном направлении 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Провязываем 9 столбиков за задние стенки петель и затем делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, петля подъема, разворот. Третий ряд вяжем 8 столбиков за задние стенки петель, затем петля подъема и разворот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Для подъема, разворот. Четвертый ряд вяжем 8 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем набираем 4 воздушные петли, 3, 4 и разворачиваем вязание. Со второй петли вяжем по цепочке 3 столбика без накида. 1, 2, 3, затем 8 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем 8 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, шесть, семь, восемь. Затем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. Дальше во вторую петлю от крючка по цепочке провязываем 1 столбик. Дальше за задние стенки 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. 8 ряд вяжем 9 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 петли воздушные и разворачиваем. 9 ряд со второй петли провязываем по цепочке 2 столбика, затем 9 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание, 10 ряд со второй петли провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем 1 петлю, разворачиваем вязание. Также со второй петли провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем 5 столбиков. Все вяжется за задние стенки. Делаем 3 петли воздушные, разворачиваем вязание, 2 столбика провязываем по цепочке и 5 столбиков вяжем по основе. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая вот гармошка у меня получилась. Делаем петлю подъема. Теперь вяжем по низу внешнего уха убавками. Делаем убавки. Так, первая убавка, вторая убавка, третья убавка, 4 убавка. Пятая убавка. 6 убавка. Теперь вяжем в начало цепочки, крючок продеваем, и теперь поменяем нить на красную, на основной наш цвет. Я присоединила красную нить, розовые ниточки связала между собой в начале ряда и спрятала в вязании. Красную нить будем вязывать. Так, вяжем, обвязываем столбиками без накида. Где у нас углы, там вяжем по 2 столбика. Вверху, вот в этих окончаниях, провязываем 3 столбика. Остальное вяжем столбики и столбики. Вот здесь будет 2 столбика, и по низу уже идут столбики. В конце нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Я обвязала ушко до конца. Теперь приставляем его к голове симметрично первому и пришиваем. Выполняем самостоятельно. Я пришила второе внешнее ухо. Вот что у нас получилось. Такой вот вид сзади. Шипы еще будут на голове, но вязать я их буду позже, когда свяжу тело, все это пришью, чтобы знать, какое количество нам понадобится.